Утренним бодрящим напитком может быть не только кофе, согласны? Я хочу показать вам простой способ, как приготовить чай на молоке. Чудесный вариант, который точно стоит взять на заметку. Попробуйте. Чай, конечно, лучше всего брать листовой. В готовый напиток можно добавить по вкусу сахар или мед, например. Молочный чай отлично подходит не только как лекарство во время простуды, но и в качестве альтернативы классическому. 1. В сотейник налейте воду и поставьте на огонь. 2. После закипания всыпьте чай и томите 1-2 минуты. 3. Влейте теплое молоко, можно предварительно прогреть его в микроволновке. Доведите до кипения, но не давайте ему сильно кипеть. 4. Процедите через ситечко, разлейте по теплым кружкам, обдайте их кипятком, и подавайте к столу, по вкусу добавив сахар.